друзья, всем привет. В общем, хочу сделать тест вот таких вот аккумуляторов ICR 18650 26F, якобы Samsung. Ну, может быть, даже это и оригинальные, ну, хотя в чем я сильно сомневаюсь. Вот такая вот у них маркировка. Вот так вот она выглядит. Вот. Этот аналогичный. Вам если не видно, вот я сделал поближе. Сейчас подключил я экран к камере, ну, телевизор, то есть, чтобы все было хорошо видно, а то у камеры экранчик маленький, а на телевизоре все видно замечательно. Вот такое вот. В общем, у меня их 4 штуки, 2 из них стоят в бокс-моде, и пока они были полностью заряжены, они выдавали без проблем 30 ватт на атомайзер, да, на нагреватель. В общем, включаю, у меня преднагрев стоит полсекунды 40 ватт, и потом остальные 30 ватт. Вот, в общем, и после того, как они просели до половины, вот, они сбрасывают, короче, сразу ватт, ну, на минимум, сколько, возможно, выдают. То есть 30 уже не выдают при, вот видите, половине загрузки. В общем, что я сейчас хочу? Хочу сейчас их поставить на тест, сделать нормальный тест. Так как они не высокотоковые, ну, поставлю 500 мА на заряд и на разряд, да? И посмотрим, сколько емкости в нем, грубо говоря, осталось. Им больше 3 лет. Покупал я их 15 августа. Вот сейчас смотрю на монитор. 15 августа 2016 года. Сегодня у нас 2 января 2020. Вот это на момент записи. Соответственно, вы смотрите это смонтированное видео уже, наверное, я не знаю, наверное, летом, да, не знаю. Самому интересно монтировать, когда буду, посмотрю, какое будет число. Вот. Так вот. Ну и укажу число, соответственно, на экране, когда я записывал. Ну, хотя я сказал, ну ладно, неважно. В общем, сейчас что делаю? Эти аккумуляторы заряжены. Вот, я говорю, еще раз продемонстрирую. Вот они наполовину заряжены. Нажимаю, и вот идет просадка. Уже, ну, около 30 ватт держат. И все. В общем, идет на спад. А сейчас я поставлю, продемонстрирую. Аккумуляторы заряжены. Ну, относительно, я не знаю, они много лет, сколько лет лежали, что там осталось. Ну да, вот показывает то, что заряжено. И вот сейчас посмотрим. Вот, держу, и все прекрасно, она 30 ватт держит. Соответственно, тоже, когда они разрядятся наполовину, то все, они уже 30 ватт даже выдавать не будут. Здесь подключение у нас последовательно, то есть аккумулятор за аккумулятором, да, то есть у нас повышается вольтаж, а емкость, соответственно, остается та же. В них заявлено было 2600 мАч. Вот, как-то так. Все. Сейчас я возьму зарядное устройство. Вот такой вот у меня Opus. Сейчас прошивкой 2.0, по-моему. Вставляем сюда аккумуляторы. Вам не видно, блин, выбираю. Давайте посмотрим сперва. Ну так, относительно, это, конечно, не точно,
какой здесь будет, как вам вот так вот будет видно, какое он покажет сопротивление. Вот, видите. Ну, приблизительно одинаково, тут большая погрешность. А если бы это были низкотоковые аккумуляторы, то у них внутреннее сопротивление должно быть менее или равно 20 миллиомам. Но лучше, конечно, меньше. Там 10, 12, вот так вот. Бывают аккумуляторы еще и с меньшим сопротивлением. В общем, дальше выбираем слот. Так, вот слот, заряд, разряд, разряд, рефреш, и вот charge test 500 миллиампер. И сейчас они будут, те, которые разряжены, будет заряжать до 4,2 вольта. Отсечка, не помню, по-моему, 100 миллиампер здесь. И также потом будет разряжать. И на разряде он считает, ну, приблизительно миллиампер часы. И потом заново заряжает. Вот, в общем, посмотрим, что будет. Вот здесь что-то, где вот почему-то поднимается ток. А вот сейчас вроде падать стал. А нет. В общем, как зарядится, так продолжим. Напоминаю, они лежали очень долго. Ну, бывает, бывал, пользовался там, куда-то что-то может проверить или вот так. А в основном они лежали вот в этом боксе. Я ими не пользовался. И вот сейчас после трех, грубо говоря, с половиной лет, да, приблизительно, посмотрим, какая емкость в них осталась. Ну все, ждем окончания теста. Так, ну вот, закончился тест, да, и, собственно говоря, смотрите, что получилось. Вот. 2400 и 2600 и 2500. В принципе, за 3 года ты емкости практически не потеряли, как были, так и остались. Единственное, что вот эти я после долгого хранения взял и поставил сюда, то есть как они были, их разрядил просто. И они вот видите, на 100 миллиампер меньше набрали. А те, которые лежали, они, ну вот этот на 200, этот на 100 побольше. Ну это так, погрешности, конечно, то есть разница на уровне погрешности, но все равно, что есть, то есть. Так, давайте после цикла, да, так сказать, посмотрим их. Так, модно, наверное, держать. Нет. Посмотрим их сопротивление. Вот какое стало. Ну, в принципе, они хорошие, они куда-нибудь мне еще пригодятся, пусть пока тоже лежат. Ну, в принципе, какое было, такое и осталось. Вот. Видите, вот так вот, где-то 100-120 миллион. Ой, чуть не вылетело. Ну все, друзья. Вот такой был тест. То есть после трехлетнего хранения, а я храню их заряженными, вот сейчас я их, видите, цикл сделал. То есть, ну, они, собственно говоря, были заряжены. Разрядил и зарядил. Собственно говоря, отправляются они обратно на хранение. Не знаю, пригодятся они мне или нет. Я бы ими пользовался, конечно, и, возможно, буду пользоваться, когда у меня
Вот это строю всякие вот эти вот шоколадки, да, высокотоковые. Ну, они не высокотоковые, 20 ампер. Вот эти вот аккумуляторы, они уже старые, довольно старые. Я ими пользуюсь уже, наверное, года два. И плюс они мне еще бэушные пришли. То есть они тоже уже три. Сколько получается? Два аккумулятора таких вот высокотоковых, там 40-35 ампер, уже вышли из строя. Они уже не отдают таких больших токов, уже начиная изначально. И я их убрал. Емкость у них еще нормальная, там порядка 2 ампер часов. Вот. А фонарики, они будут работать еще, не знаю, там год, два, три, пока совсем уже у них не поднимется там это внутреннее сопротивление, когда деградируют, там высыхают, намотка вот эта вот и электролит. Вот. Они уже не заряжаются или заряжаются, они греются и, короче, напряжение не поднимается до номинального, да, сколько там, 4,2 вольта. А типа они заряжаются, вот они и заряжаются, нагреваются, короче, и толку от них нету, уже не работают. Хоть они так будут показывать там какое-то напряжение, но по факту они уже задохли. Вот у меня уже не раз в моей практике такое случалось. Я просто выкидываю их, эти аккумуляторы, и все, подальше от этого. Хотя это тоже, выкидывать их не надо, куда там утилизировать. Но в моем случае не получается их правильно утилизировать, поэтому просто выкидываю их, и все. Все, вот такие вот тесты. Давайте, всем пока. Ссылку не буду оставлять, потому что это было очень давно, я сейчас посмотрел, уже магазина этого нету. Но если я найду ссылку на продавца, на магазин, тогда оставлю. А так уже та старая ссылка уже не работает, по которой вот я проходил, смотрел, когда они были куплены около 3,5 лет назад. Вот такие дела. Ладно, всем удачи. Всем пока. Так, я вам тут сказал ток отсечки 100 миллиампер. Кажется, нет. 50 миллиампер ток отсечки на заряд.